Отличный десерт для всей семьи, для угощения друзей и даже подарка. Если вам интересно, как приготовить домашние пряники, то предлагаю простой и вкусный рецепт. Делаю пряники в форме человечков. Согласитесь, что, увидев такие пряники, каждый захочет попробовать их на вкус. При желании их можно украсить глазурью, кондитерской посыпкой и прочими съедобными украшениями. Особенно такие понравятся детям, тем более, что их можно привлечь к процессу украшения. К столу выпечку подают уже остывшей. Список ингредиентов в конце видео. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Мука 3 стакана, имбирь молотый 2 чайных ложки, корица 1 чайная ложка, сода 1 чайная ложка, мускатный орех 1 щепотка, соль 1 щепотка, сливочное масло 170 грамм, сахар 4-6 столовые ложек, яйца 1 штука, экстракт ванили 1 чайная ложка, количество порций 2-4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка — гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Надеюсь на скорую встречу на канале.